Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Континентальная хоккейная лига вернулась накануне. «Трактор» открывает новый сезон домашним матчем против ЦСКА. Одни из лучших команд прошлого сезона стартуют встречи друг против друга. И, видимо, ну, вот здесь вот сейчас... Убежит Гюнге. Сорокин не стал, да, не стал рисковать. Вот Рихард Гюнге, здесь. Да, убегал здесь. Ну, там успевало ему выскочить. Вот здесь вот, вот эта ошибка и момент. Капризов. Ворота объехал, забил. Вот такая первая шайба ЦСКА. И как тут шайба зашла куда-то вот туда, под перекладину. А, нет, все же вот перескочила через щиток. Ну. Бергстрём. Гюнге шайбу такую остановил. И опять Сорокин молодец. Все успевает, читает игру. Ну и армейцы вот наконец выбрасывают шайбу, есть возможность поменяться. Игроков так долго ищут, кому можно передачу сделать. Ну, если ты долго ищешь, значит, готовься к тому, что армейцы тебя накроют. Команда два. Огромный объем катания. Много опасных моментов не было как ни у ЦСКА и ни у «Трактора». Команда... Но речь сейчас не о опасных моментах, а в инициативе идет. И инициатива сейчас в руках у ЦСКА. Идет вперед этим защитник и слайс. Он сейчас удалось раскатить. Атаки сходу не получилось, но команде точно удастся расположиться. Ну, встали. Бросок. Выручает сейчас Демченко. Хорошо сейчас получилось. Демченко успел все же прочитать. И вовремя выкатился, перекрыл угол обстрела и выручил своих партнеров. Позиционная атака перерастает в такую длительную позиционную атаку. А почему? А потому что на площадке звено В. Отмечали мы не раз это звено. Так, и где здесь? Выше ворот прошла шайба. Что, ворота, что ли? Никто этого не заметил. Я тоже удивлялся, куда же шайба делась. Ну вот единственное, что мы не сказали после броска В, это гол. Но вот сейчас мы это сделаем. Вот бросок вот и здесь гол. Вот, да, и шайба там застревает. Кстати, передача от Григоренко. И Вей бросает. Бородкин не успел вовремя помешать. Внимание! После видеопросмотра определено. Шайба пересекла линию ворот, гол. 2-0. Поздравляем Линдона Вэя с первой заброшенной шайбой. Гоняются за защитниками «Трактора», и те не знают, как распоряжаться шайбой. Ну Телегин. Вот, в итоге отобрали. Телегин. Бросок прямо в Демченко. Телегин здорово сделал, ушел в центр. Но и Демченко классно сыграл. Телегин. Вообще так и 3 в 2 получается. В сторону ворот Демченко сыграл очень уверенно. Смотри, с места отбора какая атака распустилась. И все с неудобной руки здесь делают и передачи, и броски. Вот так. И опять выигранное вбрасывание. И здесь Григоренко. Ну, Григоренко, пожалуй, лучший игрок матча. Ну и надо сказать, что ЦСКА сегодня всю точку сгреб в зоне атаки. Так даже вот в зоне-то и нету возможности бросить в сторону ворот. Ну, кислород перекрыт полностью. Ну, здесь бросок из-под игрока. Сорокин здорово сыграл. Ну, сыграл, как должен был сыграть. Да.